Я считаю, Саранск – великолепный город. Это город новостроек, город театров, город концертных залов, город публики, который любит музыку, любит искусство. Это музей РЗИ, конечно, неповторимый. Ну, что говорить, Саранск – великолепный город. Прекрасные дороги, прекрасный собор Ушакова, великолепный. Очень нравится Саранск и замечательные люди. Стены устраивают? Стены устраивают. Красиво и внутри, и хорошая акустика. Насчет акустики? Хорошая акустика, мне очень нравится. Хор, как понять? Мой хор как звучит? Конечно. Мой хор всегда отлично звучит. Так, теперь о репертуаре. Ну, репертуар у нас огромный. Оркестр у нас играет. Вот сейчас мы готовим симфонию Чайковского, шестую. Первый концерт Чайковского. Ну, то есть вообще в нашем репертуаре и хамольное место Баха, и реквием Верди, Моцарта, Фаре. Ну, я не знаю, все там. Симфонии Дворжика, Брамса, Гайдна, Моцарта. Ну, всех, конечно, все такие вот произведения в нашем репертуаре есть. И сейчас мы готовим к празднику Победы огромный репертуар. Скоро вот будет великолепный музыкальный спектакль «Жди меня». Мы его готовим. Артисты все молодые у нас, вы видите, они работают. То есть у нас возраст очень молодой у артистов, у певцов. Притом все певцы будут из хора, певцы и солисты из хора будут петь. Никаких приглашенных, никаких таких чужих. Все наши, ну, конечно, оркестр наш и хор наш. И плюс у нас огромные программы, которые сейчас идут. Нас «Песня к победе» вела. Это великолепные концерты, мы с ними ездим по школам, по учебным заведениям, по институтам. Вот в институте, в нашем великолепном университете наш был концерт замечательный, всем так понравился. То есть эти, знаете, они проходят в виде беседы, я там рассказываю об этих песнях, рассказываю об истории создания, какие-то звучат эти произведения. Это настолько нравится, настолько трогает. Дети встают, люди встают, подпевают, аплодируют, как только доходят до Смуглянки, там тут же пошло. Ну, в общем, это здорово. Я считаю, что это нужно. Ну, и патриотическое воспитание – это в основе нашей. У нас есть и Варяг, и легендарный Севастополь. То есть мы как бы на гребне тех требований, которые нужны сегодня для того, чтобы воспитывать патриотизм в наших слушателях. А сколько композиций в рамках 70-летия Победы будет сегодня исполнено? Ну, сегодня, к сожалению, программа такая, развлекательная программа, она называется «Мелодия любви». Она немножко другая, эта программа, вот, эта программа немножко другая. А вообще у нас и «Синий платочек», и «Эх, дороги», и «День Победы», и «Поклонимся великим тем годам», и я не знаю, что еще назвать, и «Шел солдат», но совершенно разные произведения, то есть мы все поем. И в «Землянке», и все мы поем, и «Темная ночь». То есть этот весь репертуар у нас целиком. А как подбираются композиции? Ну, подбираются они как? Исходим мы из тех песен, которые были популярны в годы войны, которые пелись. Это произведение величайших наших композиторов, там Блантера, Богословского, там Жарковского, других песен из репертуара Шульженко, Руслановой. Все эти прекрасные обработки мы делаем. И то есть это из репертуара, из тех песен, которые наши выдающиеся певцы поют. Кобзон, который, ну, пел раньше, из Прибалтики, Георг Оц. Вот эти замечательные песни, они как раз мобилизуют, и они, артисты все работают с огромной отдачей. А пензенские композиции? Пензенских, конечно, мы тоже поем, да, но я сам пишу, мою песню все время поют. В каждом концерте мы поем песню «Защитник Родины». У нас есть такая песня, где я и слова написал, и музыку. Она очень нравится. Ну и вообще я так пишу, сейчас вот я пишу для Мордовии, и тут заказ сделали на стихи вашего поэта великолепного. Я работаю над этой темой, я думаю, мы споем совместными усилиями с замечательным мордовским хором, который я очень уважаю, и который возглавляет директор Башкирцев, великолепнейший. И я думаю, мы споем и не раз еще. Мы вот встречались недавно в Нижнем Новгороде, пели, и ваш хор пел, и мы пели. Я думаю, все, сотрудничество у нас большое. Мы привезли программу, собранную из самых популярных произведений и классики оперной, и оперетты. То, что популярно во всем мире. Я думаю, похожую программу, наверное, привозили нам вчера ваши артисты, потому что, ну, те номера, которые они в мировой сокровищнице оперного и опереточного искусства, конечно, их не заменит никакие новшества и нововведения. В моем исполнении прозвучит знаменитый «Карамболина»,
дуэт Сильвы и Эдвина из оперетты «Сильва». Дуэт Шимми с Иркеном Мустафиным мы будем исполнять. Вот. Конечно, очень приятно, что такие концерты возобновляются, потому что было такое время, когда вот этот обмен между соседними областями, он проходил довольно активно. Вот. И Ульяновская, и Тамбовская область. И, конечно, это очень большое дело. Это сплачивает людей. Мы друг друга узнаем. Мы начинаем дружить, мы начинаем больше друг о друге узнавать. Я считаю, что это, конечно, замечательная акция. И надо, чтобы такое происходило чаще. Как вы попали в капеллу и как вам работать с известным дирижером? Это произошло в 2012 году. Я закончил университет культуры и искусств в Казани, вокальную кафедру. И был приглашен сначала на 23 февраля, на торжественный концерт, который был посвящен 23 февраля. И вот там была такая первая примерка, первая притирка, а после уже был приглашен на закрытие сезона филармонического летом 2012 года. И вот так постепенно, уже в сентябре я официально поступил на работу в филармонию Пензенскую. Какие композиции сегодня прозвучат в вашем исполнении? Сегодня прозвучит серенада Дон Жуана Чайковского, и выходная ария Мистера Икс, знаменитая, дуэт стал Янка Дунаевского, Шимми. Саранская сцена очень напоминает по цветовой гамме и по расцветке сцену нашего драматического театра. И такое ощущение, что как будто у себя дома так уютно и приятно. Уже ощущение дежавю, как будто уже ты здесь был. Хотя на самом деле я впервые. Скажите, пожалуйста, мне стало известно, что вы лично ездили в Пензу и договаривались о проведении данного концерта. Ну, сложностей. Я думаю, что сложностей никаких не было, потому что мы друг друга поняли с первого слова. Мы ездили на открытие Пензенской филармонии. Наш солист Сергей Иванович Эскин, заслуженный артист России, приезжал. Приезжал наш дирижер, мы все смотрели, познакомились с дирижером, с оркестром, познакомились с руководством филармонии. И тогда еще возникли вот эти вот проекты, которые мы обсуждали, приехав. Ну, наверное, время настало, созрели все мы. Поэтому получился хороший тандем. Мы уже давно сотрудничаем с другими регионами, мы очень хорошо сотрудничаем с Йошкар-Олой, с Чебоксарами, у нас обменные гастроли, мы гранды выигрывали по обменным гастролям. А сейчас, так как, во-первых, мы восстановили традиции, ведь еще вот буквально 7 лет назад, 8 лет, мы практически с каждой премьеры приезжали в Пензу. Ну, потом театр сгорел, пока строили новый, пока мы здесь строили свое здание, труппа возрождалась, новый репертуар нарабатывался, потом вот это вот немножечко ушло. И мы решили восстановить свои старые традиции, но уже пока с филармонией. Как работаете с соседями? Прекрасно. Прекрасно. Мы, честно сказать, вот, ну, может быть, вот в эйфории такой приехали, потому что действительно теплый прием был. Очень хорошо приняли и балет наш, и Кальман Гала приняли. Зрители. Для чего работаем? Для зрителей, естественно. Поэтому вот это самое главное, вот этот теплый прием. А с руководством, я думаю, люди все значимые, и тот общественно-политический, можно так сказать, вот этот союз творческий, он дает свои плоды и должен дальше развиваться. Сейчас уже много, как бы, много людей этим занимаются, какие проекты хотим видеть, какие мы хотим видеть пензенские проекты, какие Пенза хочет видеть у себя проекты. Сейчас обговариваем, потому что поле деятельности огромное, есть что друг другу показать. Итак, на сцене симфонический оркестр губернаторской симфонической капеллы «Пенза концерт». Художественный руководитель и главный дирижер, заслуженный деятель искусств Российской Федерации Владимир Каширский.